Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по боксу, где я абсолютно без вложений на просмотре сайтов, на просмотре видео зарабатываю денежку. Называется Omni ADS. В этом боксе я апгрейд не делала, работала абсолютно без вложений, друзья. Я этот букс проверила на вывод. Все супер, все замечательно. Но я не сомневалась, потому что я читала информацию на форуме. Все нахваливают админа. Это первый проект, друзья, данного админа. Значит, выводила. Здесь вот почему-то в пединге написан. И вот как бы вывод. Тоже 0,98. 1 доллар. Минимальный вывод. Это первый минимальный вывод. 1 доллар. Идем. История вывода. И 16 августа ставила на вывод. Я вчера, я не ожидала так, то, что мне так быстро заплатят, так как вывод обрабатывается. Сейчас я даже покажу в апгрейде. Значит, давайте по выводу. 16 августа с учетом комиссии 98 центов. Комплект. Переходим на Pair кошелек. Так. 16 августа. Перевод выполнен. 98 центов. Мой логин. Вывод omniads.biz. И они просят, чтобы оставили как бы подтверждение платежа на форуме. Это я после сделаю. Так, значит, все супер. И вывод, почему я так долго, так быстро я не ждала. Я на стандарте, вот стандарт без вложений. И вывод обрабатывается 16 дней. Выходит так, таймер перевести на русский. Вот. Так, срок вывода 10 дней. Вот срок аренды, это я не знаю. Ну вот и я думала, что ну где-то там несколько дней хотя бы. Но вот так быстро пришел. И здесь апгрейд стоит самый минимальный. 5 долларов. Вот я подумал, наверное, я прикуплю, апгрейд себе сделаю. Вот. Потому что букс неплохой, и не так уж много у нас буксов, которые чтоб работали и стабильно платили. Работает с 2020 года, с февраля месяца этот букс. И народу здесь ого-го. Если зайдем на главную страничку и посмотрим. Вот старт в феврале 2020. Выплачена уже, да, пайт, это же вывод, такая сумма. И здесь более 16 тысяч участников. Также есть второй букс, Omni Ref PTS, ну, названия схожие. Вот. Здесь у меня сделан апгрейд, я его тоже проверяла, друзья, на вывод. И апгрейд у меня заканчивается в конце августа. На балансе у меня уже 77 центов. Вот, вот я выводила доллар. Как бы. Ну и работаю я здесь абсолютно без рефералов. Значит, я здесь ежедневно просматриваю и видео, и ПТС рекламку видео мне доступно то ли через один день или через два дня. Ну, вот как-то так. А рекламку, естественно, я просматриваю ежедневно. Вот. Значит, многие жалуются по этому буксу, то, что нет вот, вот этой рекламы. ИФ. Вот этого серфинга. Пишите вот здесь, если вы... Давайте зайдем на мой аккаунт. Нет, да, сейчас. Вот здесь есть суппорт. Я не могу за вас писать, за каждого. Я уже писала, на что мне администрация ответила, чтобы участники сами писали. Создать новый тикет. Кликайте. Так, что у них здесь?
Сейчас переведем на русский, я вам покажу. Потому что я с рекламная поддержка. Вот здесь нет рекламных объявлений. Напишите. И здесь как бы пишите администратору. Вставляете капчу. Сюда прописываете. Послать. И вам администрация ответит. И читаем, друзья, информацию на форуме. Потому что у меня я там выложила на основном YouTube ссылочку. То, что мне присылал как бы админ. Вот, даже сейчас я... Так, поддержка. Если есть у меня. Вот я писала. Спасибо за ответ. Вот. Я сейчас скопирую вот эту ссылочку. Я вам покажу. Потому что многие жалуются. И как бы есть такая, да, у них проблема. Чтобы мне не искать на форуме. Русский. Значит, что он тут пишет? Здравствуйте, пользователи. Мы обнаружили, что некоторые страны пользователей не распознаются в нашей системе. Таким образом, они не могут видеть рекламу. Только сегодня мы смогли найти это. Поэтому, если сегодня какой-либо пользователь не может видеть рекламу, серфинг, просмотр серфинга, друзья, свяжитесь с нами через службу поддержки или ответьте здесь. Мы будем обновлять страну со своей стороны. Это было протестировано и до сих пор работает нормально. Или ответьте здесь. Ну, вот такой вот перевод, как бы перевод у них. Вот, видите, пишут, я не показываю рекламу, я из России. Вот. Пожалуйста, проверьте сейчас вот ответ. Ну, вот как-то так, друзья. Ну, букс реально меня очень зацепил, как бы. И я специально вот этот первый букс, друзья, я его искала в интернете, чтобы мне сюда зайти. Целенаправленно уже. И как бы я очень довольна. На бесплатном аккаунте я ежедневно зарабатываю 5-6 центов. 6 центов это когда видео есть, а так стабильно 5 центов. Я считаю, для бокса без вложений это довольно-таки неплохо. И теперь у меня вывод минимальный составляет. О, сейчас я введу. Здесь вот видите, пин-код нужно вставить. Теперь вот у меня вывод здесь. 2 доллара минималка. Был один, вот я вывела с чатом комиссии. Вперед 2. И, наверное, я прикуплю все-таки апгрейд. Бог с ними, это 5 долларов. Вот. Потому что там люди показывают выводы такие неплохие. Ну, в принципе, это все. Заходим. Все ссылочки я оставлю в описании под видео. Вот, кому интересно, работайте, зарабатывайте. Ну, не интересно, не зарабатывайте. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.